Подозреваемых в убийстве мэра Кременчуга и полтавского судьи суд вернул в СИЗО. Напомню, судью Александра Лободенко застрелили в феврале 2014-го, а спустя 5 месяцев убили городского голову Кременчуга Олега Бабаева. Неделю назад подозреваемых, заказчика и организатора убийств выпустили под домашний арест. Однако сегодня, как написал на своей странице в Фейсбуке нардеп Сергей Каплин, судейская коллегия решила вновь взять их под стражу. Нардеп сообщил, подозреваемые останутся за решеткой до 18 сентября.